Я собираюсь пройтись по дому, пока, наверное, с этой камерой. Позвал друзей. Боюсь вылазить туда. Не то, чтобы просто боюсь. Привет! Ты на канале Мистическая Корпорация. Мое имя Тимофей Данишевский. В этот дом меня пригласил старый знакомый. По его рассказу, здесь жила его прабабушка. И здесь происходила паранормальная активность. Она ему рассказывала, что в этом доме двигалась мебель, посуда, разбивался пол. И все то, что мы с вами наблюдаем, у меня на канале. Теперь же я чаще ездил по таким местам, стараясь находить локации, и нам сегодня подарили, собственно, этот самый дом. Сейчас я объясню вам, что будет происходить здесь. В то время, пока я здесь нахожусь, мы проведем с вами ритуал по усилению этой сущности. Чуть-чуть подождем, если будет ли она себя проявлять в этом доме. Если да, то мы будем проводить ритуал, который будет усиливать активность этого духа или полтергейста. Это мы определим, надеюсь, с вами в конце видео, что же здесь действительно находится. Покажу вам дом, быстренько пройдемся по комнатам. После этого я расставляю камеры во всех комнатах, и мы начинаем наш эксперимент. Ну что, друзья, сейчас, я думаю, стоит пройтись по дому. Вот с этой камерой я пойду. Я обнаружил, что здесь есть свет в розетке. Это уже плюс. Это значит то, что мне придется сэкономить немного свет, это всегда радует, это значит, что я больше времени смогу здесь пробыть. Я с этой камерой сейчас прогуляюсь, покажу вам дом, и пока что я ничего не слышу. И будем уже, наверное, проводить ритуал, даже если ничего не произойдет. Вот этот дом. Камеру можно пока загасить. Возьмем свет. Зеркало еще одно. Здесь есть кто-нибудь? А что это у нас тут? Похоже, что здесь подвал есть.
Так, здесь кухня. Что за шум? Начинает что-то потрескивать. И начинают создаваться какие-то звуки. Камеру я поставил, осталось их только включить. Так, чтобы не было, пусть все будет в одном кадре. Угу. Ну вот, собственно, я только что показал вам дом. Шаталась люстра, и дом начинает издавать какие-то жуткие скрипы, звуки. Пока никаких движений не было. Камера садится быстро, это. Я думаю, хоть какой-то кадр я и снял, это уже хорошо. А зарядку я к ней не взял. Подключаем камеру и проводим ритуал. Так, камера снимает. Я думаю, стоит прибавить немного яркости. Почему камера не включается? Не включается. Странно. Друзья, одна камера вышла из строя, так что в той комнате не могу поставить. Сейчас я проведу ритуал со свистком. Друзья, уже начинаются какие-то звуки в коридоре. Но, как я и говорил, нужно это все дело усилить. Теперь пойдемте посмотрим, что за звуки в коридоре. Друзья,
Мы сейчас с вами видели, что активность в этом доме все-таки есть. И я здесь не один, получается. Кто ты? Если ты здесь, позвал друзей. Подвал, друзья. Спускаться туда нет. Возьму рацию. Всякие. Пусть будет со мной. В карман положу. Особо тут ничего нет такого. Так. Спросим, попробуем здесь порыться. Наверху там. Фу, что-то наверху двигалось. Я теперь боюсь вылазить туда. Не то чтобы просто боюсь.
боюсь, что это сверху пролетит еще. Там стул. По-быстрому. Нет. Нет. Не пойдет такое. Я в шоке. Фу, давненько такого не видел, что прям... Давненько не было, что прям на глаза садилось. Друзья, сами прекрасно видите, что сейчас происходит здесь, внутри. Я сейчас, пожалуй, закрою этот пол. Да, закрою пол. Друзья, вот, собственно, и все. Сегодня вам удалось вместе со мной лицезреть то, что здесь происходило. Я думаю, что это полтергейст, хотя и были звуки по рации,
Но никаких конкретных слов или связанной речи какой-то я там не услышал, никаких таких четких ответов. А сейчас я собираю вещи и еду домой. До скорых встреч, друзья. Следующая локация не заставит себя долго ждать. Всем пока.